знакомство со следующим инструментом. И юная студентка нашего мастера, которая выступит в финале, Оля Обухова, которая подготовила сегодняшнюю культурно-просветительскую часть, сейчас присаживается за будже. Встречайте! Вот уже было сказано много слов о том, что многие китайские композиции о расставании. Это не исключение. Первая композиция, которую я сыграю, называется «Баллада о Мандзянью» и повествует об истории, которая случилась еще в эпоху Цин, это до нашей эры, второй век, третий. Эта история рассказывает о строительстве Великой Китайской стены и о девушке по имени Мандзянью, которая, муж которой был отправлен на постройку стены, и она долгие зимы ждала его, шила ему теплую одежду, а он все не возвращался. В какой-то момент она решила отправиться на стену, но узнала, что муж ее к этому времени уже, к сожалению, умер, и осталась на стене проливать долгие слезы. Духи стены были тронуты ее печалью, и в честь этой девушки на заставе Шанхайгуань существует храм Фуйчжоу. Золотая гора – это пик в городе Пекин, он издавна ассоциируется с императорской властью, так